Здравствуйте, дорогие мои соотечественники! Я хочу вам показать, какие у нас автобусы в Италии, комфортабельные, новые. Я уже приехала в Падуа, села на автобус, чтобы не тратить деньги на такси, с чемоданом. Если бы у меня не было чемодана, я всегда иду пешком. Мне нравится пройтись пешком. Вот такие вот у нас остановки. Я бы прошла с пешком. А вон там он, руины. Руины старой Падова. Пьяцца Ареметана. Там церковь Ареметана. Вот. В автобусах мы тоже должны заходить в масках. Это почти центр от вокзала железнодорожного, прямая дорога, это почти центр Падуя. Наши автобусы с кондиционером, комфортабельные, стоят 1 евро 20 центезиумов проезд. Можно 75 минут проехаться на автобусе за один билет. Вот. Наконец-то я доехала до дома, приехала с моря, отдохнула хорошо на море, наплавалась. Сейчас через 5 минут я уже буду дома. Из-за чемодана мне пришлось взять автобус. Сейчас покажу заодно вам наши центральные улицы в Падуе. Здесь на углу моя парикмахерская, куда я ходила 20 лет. Но сейчас научилась сама красить волосы, потому что боюсь ходить в парикмахерскую и в салоны. В закрытые помещения стараюсь не ходить. Видите, у нас даже на улице ходят все в масках, боятся заразы. Что не едем, не могу понять. Потому что за последние сутки, за одну неделю, количество новых выявленных зараженных после туристических поездок в другие страны и в Сардинию на море, в Италии количество увеличилось. Видите, даже вот эти двое из коляски берут растворы и протирают свои руки, потому что у них маленький ребенок. Молодцы, сознательные родители с гражданской ответственностью. Я не могу понять, почему мы стоим. Я так хочу быстрее увидеть мою Мелиску, сладкую Ириску, мою внучку. Привет всем от Жасминки и Виталинки. Да, странно. Che cosa successo? Он, видите, даже молодежь. Все ходят в масках, даже молодежь. Видимо, эта семья имела кого-то, кто заразился. Поэтому что такое? Почему не едем? А это вот наш центр Падуанский. Это вот Луи Виттон. Я много раз вам показывала Луи Виттон. Гуччи, Прада, Гуччи и Прада. Вот Луи Виттон. Это наша центральная улица, Корсо Милано. Бенетон, 60%. Я здесь покупаю мелиски из котона. Трусики такие классные для девочек в бенетоне. И 100% хлопка. Максико. Здесь тоже всякие магазины. Ну вот встал вот этот вот автобус перед нами и закрывает всю дорогу. Я хотела вам показать центр Падуя из автобуса. Я сегодня лягушка-путешественница. Вот такие вот у нас сейчас бары.
из-за коронавируса все столы на улице. Это вот паркеджи, паркинг в центре. Вот эти палаццы, которые построили еще в годы Муссолини, в 30-х годах, в 40-х. Вот такая вот Падуя. Но исторический центр там. 2-3 минуты в ту сторону, исторический центр. Я вам все время показывала. Пьяцца Дуомо, Пьяцца ди Синьори, Пьяцца ди Эрбе, Пьяцца ди Фрутти, Прато делла Валле. Я вам все время показывала. Скоро буду показывать летний сезон этих пьяц, потому что я, видимо, показывала только в марте, в феврале, когда был коронавирус. Всем желаю здоровья и фортуны, потому что мне уже надо выходить.